Всем здорово, с вами Руви. И Джоский. Сегодня мы играем в нестандартную для наших каналов игру, в очень нестандартную, называется она... Как называется? Она, ребята, называется Dying Light. Мы спрашивали на стримчанске, как вам в целом эта игруха, и многие очень положительно отзывались, и поэтому мы решили, как говорится, в нее немножко поиграть и чекнуть, что получится. Ребята, еще такая вот инфа. Если на этом видео у меня наберется, реально много лайков, то, возможно, мы запилим еще одну серию. Да, ребята, у меня, собственно, такая же тема. Если лайкосов будет, правда, много, то в ближайшем будущем ожидайте еще один выпуск, и, возможно, за ним еще и еще. Короче, вообще, может быть, всю игру вам пройдем, но, короче... Да, если вам зайдет. От вас, друзья. Да, поэтому так. Ну что, нам, короче, тут надо какие-то миссии проходить. Мы, ребята, скажем сразу, вообще полный новички. У нас вон все оружие поломано, мы даже не знаем, где его чинить, короче, что делать вообще с ним. Да, короче, поэтому... просто, ребят, будем проходить миссии и смотреть, что из этого получится. Потому что мы вот, скажу честно, сейчас сколько времени? Сейчас 5 утра у нас вроде бы, да? И вот мы все это вот ночь как бы пытались ее установить и разобраться, но пока еще ничего не знаем. Ну да, ребята, то есть, как бы, как играть вместе мы разобрались, то есть нужно было такой, типа, а-ля пролог пройти, мы, в принципе, это сделали, ну и теперь пытаемся разобраться с игрой. Так, а что у нас за задание, короче? Нам нужно залезть, наверное, на крышу, чтобы, знаешь, ребят, если что, карта, по которой мы ориентируемся, находится сверху, справа сверху. Да, а, слушай, бот, я нашел, где залазить. О, паркур мастера УЕ, погнали. Опа, кто это? Паркур, так, стоп, это наши братишки. Ладно, я хотел его грохнуть, ну да ладно. Стоп, а куда надо? Опа, открываем дверку, погнали. Все, давай, тупо на лифт идем, ребята. Сейчас, короче, посмотрим, что получится. Ну, вроде как игруха интересная, мне лично нравится. Ну, прикольно. Мне тоже зашло. В общем, ребят, кто не знает, это игра про зомбаков. Это, короче, блин, мир зомбаков и какие-то задания интересные. Да, что-то типа того. Ну, мы играем вообще сколько, может быть? Минут? 40, да-да-да, минут 40. Да, вот такое, поэтому ничего не знаем. Так, нам нужно, да, к тому челику. Погнали, тупо побежали фастом. Да-да-да, гоу-гоу-гоу. А дверка? А чё? Я захожу, да, куда-то. Да, все. Так, пропускать не будем? Или будем? Предлагаю пропустить. Давай, а у меня, кстати, вообще даже звука нет, прикидываешь? У меня даже, мы походу... А, мы же вырубили разговор, прикинь. Да, ребят, мы же вырубили, да. Я понял. Я думал, что это распространяется только, типа, на эту тему. Ну, ладно, в общем-то. Короче, я все пропустил, я уже и с телкой договорил. Короче, и ты тоже, да? Ну да. О, смотри, День матери, новая запись в журнале. Наград 3500, чемпион, сложность нормально. Это нам типа нужно сделать, да? Наверное, нужно это выполнить, чтобы получить это бабло, короче. А сейчас нам нужно в лифт. Всего. Я в лифт погнал. Да, все, давай, полетели тупо. Так, все, красиво. Так, ну что, я прям в лифт захожу. Так, блин, ребят, на самом деле графа в этой игре реально очень классная, прям графонистая. Ну, классно. Это правда. Ну, несмотря на то, что игроков, может, года 14-го, чуть-чуть такое. Ну да, и самое интересное, что игра очень графонистая по сравнению с Battlegroundом, но тут вообще ничего не лагает, вообще даже не пытается, понимаете? Это, кстати, ребята, да. Слушай, а куда нам нужно? Свяжитесь. Я в какой-то дом зашел, я не знаю, где я вообще. Стоп, а куда нам рили надо? Короче, друзья, можете также в комментариях оставлять ваши... А, не, наверное, надо вниз спуститься. У вас, у всей команды должен быть загр контент. Я какую-то херню сейчас взял и... Типа, какой-то плакат, не знаешь, что это вот, такое. Вот, выходи, нам нужно, короче, на улицу. На первый этаж, да? Угу. Ну, как все, бы на первый, типа, и на улицу. Да, здорово, я вышел, короче. Здорово. Ой, все так, шикарно, ребята, да. Да, все, побежали на меточку. В комментариях, естественно, пишите ваши советики, особенно те, кто играли в игру. Ой, нифига, если тут пацан врывается тупо. Ломай эту девочку. Что-то их много, да? Так, короче, у меня все оружие вообще не исправлено, мне кажется, мы не сможем вообще тупо с ними фигачиться. Не, у меня пока все нормально, я всех девочек ломаю. У меня тупо все поломано. На! Уходим! Прыжок! Да, давай. Тупо валируем, блин, все реально, ребята. Глянь, сколько зомбаков. Я вижу, да. Дань, подожди. А теперь фишечка. Дань, почини буковка R, задержи буковку R. R русская? Да, нет, английская. Понял. Ну? Я починил. Я же говорю. А где спасибо, не понял. Спасибо. А как, кстати, кидаться? Никак. А, ребят, смотрите, просто лайфхук. Нажимаем вот так вот. Колесико, мышки, кидаем туда вот в центр, и я готов прописать им вертухан. Ты готов? А тут чем-то можно кидаться, вот это вот, я не знаю, как это делать, но... Давай на счет три прыгаем, Дань. Давай. Раз, два, три. Нет, фигачим их. Ломаем. Так. Девочки. Что-то валяются все, гляньте. Давай, уходим. Не-не-не, добиваем, не ссы. Я не знаю, мне кажется, они очень живучие, Дань. Я еще жопу сломал. Ой, кто? Дань, кто-то пришел! Ой! Я, Дань, я ему шею сломал. Ой, они тоже мне отпор дают. Какие-то гады, Дань, давай уйдем отсюда. Так, что-то. А, думаю, дать. Какие-то дебули. Ой, он меня хавает, Дань, он меня хавает. Я еще шею сломал.
Вообще какие-то мудаки. Уходим, Дань. А куда текаем-то? На крышу. Давай их или доломаем, как подожди. Капец, я так красиво сейчас челик убил. Я на крышу. Да, сейчас я их всех размотаю, этих девочек. Уходим. Вот, чуваки, это было только начало. Ой-ой, там нифига. Отовсюду. Уходим. Я подожду. Бум. Тупо с крыши постоянно фигачит. Погнали, погнали, уходим отсюда. О, все, надо их пролутать тупо. Ну что, их всех реально грохнули? Ломай эту девочку. На, гадина! На! Все, готово, 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 можем пролутать. Все, лутаем. Ребят, что это было? Алкоголь нашел. 65 бачей, ё-моё. Нифигово, 9 бачей, 9 бачей. Чё так мало? Ребят, нифига мы лутаем, конечно. 56 баксов, слушай, нормально. Сейчас бы убивать зомбаков и получать с них бабло? Нормально, в этой игре это нормально. Короче, так, мне надо опять починить оружие. Давай, я прыгаю наверх. Блин, может быть я напрасно так трачу, короче, очки, но я не знаю, ребят, на самом деле. Ой, тихо. Ты куда-то упал? Да, опа, да, прыжок. Короче, предлагаю уже тупо бежать на меточку. Да, меточка сзади, кстати, Дань, мы что-то не туда пошли. Да, кстати, что-то вообще абсолютно не туда полетели. О, зомбак! Я убегаю. Что-то их много. Давай, на! Давай. Их вообще дофига, как обмудок. На! Упал. На, обмудок. Все. Все, валим, 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 валим. Дань, где-то тут. Нам, походу, да, вот куда-то сюда и надо. Может, там наверх? Да, наверное, наверх, Дань. А, наверное, да. Все, полезно. Я залазил куда-то. Я тоже. Так, стопэ. Это ты? Да. Прыжок! Опа, наверное, вот так вот. Давай, оба. А теперь куда? Теперь нужно вниз, наверное. Опа, рация. Я что-то вызываю. Я что-то взял рацию, да. Я тоже, тоже, тоже. Это тупо бакью. Шикардос, шикардос. Ребят, не знаем, что будет дальше. Мы как бы не играли в эту игру реально. Вот, ну как бы вот вместе с вами проходим. До этого ничего подобного не делали. Так что мы для нас все первый раз. Да, ребята, ну просто многие действительно из вас просят там новые игры на канал. Мы тоже хотим, поэтому вот решили ради разнообразия поиграть. Вот, как довольно старую, но все же классную игру. Так как каналы, вот лично с моей стороны, вот лично вот у меня, да, второй канал создавался чисто для разнообразия игр. Вот разные, совершенно разные игры, не только что-то одно, а вот реально разные. А у тебя, Данька? Такая же тема абсолютно, типа, комп мы покупали не только, чтобы в Battleground пилить. Да-да-да-да-да. Опа! Паркур мастера УЕ. Ты, короче, уже... О, у меня ящик тупо. Что это такое? Не пластик, знаю. Нифигово. Да, какая-то херня. О, я кому-то позвоню. 9 бачей, нифига я стырил. А где ты там вообще? Да, так, как называется херня, не знаю, короче, там типа звонить. А, телефонная будка, я понял. Да. 26 бачей. У меня 9, что за мной? Кто за тобой? Дань. Какая-то... За повышенный уровень силы. Так, ой, подожди, мне... типа ты монстр баксов. Какой-то? Опа! Я тупо... Сейчас я убью какую-то девочку сейчас, да. Так. Опа! Опа! Я, опа. Да, я вижу. Я его тупо доломаю сейчас, на, тварь! На! На! А я сломал. Ловкости, нифига, да? Живая, глянь! На! Баксы. В одном кармане доллары. Ой, капец, уворачиваются. Дань, что-то их много, давай валим отсюда, что-то их до хрена. Там сзади еще двое, Дань. На тебе, твари! Уходим. Фигачим. Закончился выносливость. Да-да, такая же тема, погнали, уходим. Все, давай, валим, валим, валим. Нам нужно, ребята, тупо на задание, на метку. Да, суть игры метки, но эти метки усложняются зомбаками. Вот в чем прикол. Да, и, возможно... Ядрить их до хера. Я вижу. Ребята тупо горят. Девочки, ой-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 ой. Я тупо наверх. Тупо мамин артист, папин каратист. Залез. Валим, валим, валим. Вообще, тупо еле живу. Найдите груз, удерживайте R, чтобы создать сюжетное состязание. Мне кажется, это нам не надо. Мне кажется, нам не надо, реально. Или надо? Я не знаю, Дани. Я тоже не знаю. Короче, я куда-то залез, и я вижу какую-то зону, Дань. Вот ближе ко мне подбежишь, ты увидишь зону. Так, иду, иду, иду. А зона? Воздушный груз. Ходите с воздушным грузом в районе. А, нужно его найти, короче. А, ага, понял. Да, какая-то зона. Как в батлграунде прям. Да, инфракрасные лучи я посылаю. Давай. Глянь, буковка М, активировать ловушку. Лол, у меня есть ловушка? Какая? Нажимаю. Не понял. Короче, нам нужно найти эту херню. А где ее искать? Что-то сложно-сложно непонятно. Подожди. Активировать световую ловушку. Да. И как нам ее активировать? Ты в курсе? Нет. Ой-ой, ой-ой, Боня-Боня кусают. Нажимая. Меня съели. В смысле съели? Вот, помоги, я валяюсь, помоги. Тебя схавали? Да, быстрее, помоги, ты можешь меня зародить. Бегу, 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 Дань, бегу. Ты где? Ай, вот он, я валяюсь, помоги, меня покусали.
Я их вырублю тупо. Так как мне тебя поднять? Быстрее, не знаю. Ну что делать? Не знаю. Дыши! Дышу. О! На тебе, твари! Куда она лезет? Она тупо неожиданно. Она провалилась в дырку, глянь! Как говно! Так, я. Все, я активирую световую ушку. Ты активировал? Слышишь звук? Да, что-то произошло. Куда перелазит ты? На, тварь! Падай вниз! Ой, я с нее Сиги нашел. Сиги. Глянь, еще и курит, тварь. И так сдохла, еще добивает тебя. Все, короче, погнали нам надо. Стоп, а что это за красный дом такой? Хер вас знает. Понял. Ну зачем он нам? Подожди. Я не знаю, так, я попробую наверх залезть. Давай залезем, да, проверим, ребят. Давай. Тупо мы паркуристы. Мамины каратисты. Ой-ой. Не понял, тварь! Ломай его! Долби его, долби! По голове! Какие-то мы жесткие, вам не кажется, ребят? Это игра в создаве. Мне кажется ли он сдох? Все, все уже давно помню. Кофе! Кофе? Кофеек. Боти что-то вставил. В кого? Я две пилюльки что-то вставил. Активировать световую ловушку. Так. Я активировал. Слышишь? Да. И че? Че мы сделали? Там где-то зомбак, вот это впереди. Ну глянь, живой, тварь. Вот он. Сдохни, гад! На! Мы тупо гопники. Мобилу гони, гад. Гони мобилу. Гони мобилу. Шо ты там? Быстро, бабло, мобилу. Все, гони. На. А ну стой, Тань, тормози. Мобилу теперь отдашь? $54. Мы можем какую-нибудь бикью купить. Дань, металлические детали. Нифигово. Уж сумка какая-то валяется. Дань, на бикью-то сильно еще сдачу дадут, я тебе отвечаю. Окей, ушки, я понял. Так, перелазим. Я что-то куда-то упал. Ай! Что такое? Один хитпоинт. Ой, у меня один хп. Ой, я что-то нажал. Ой, ядрить! Нажал? Ой, сдохни! Блин. Тихо. Ты я где? Жив, я жив, я не знаю. Так, а что это? Капец, они с лестницы скатываются. Они скатились, так же, как и мы. Да. Блин, а как залезть на здание? Ты в курсах? Погоди, а что это за красные метки, я не понимаю? Я не знаю. Может быть... О, вижу. Чё? Зомбак наверху. Нам нужно его грохнуть, что ли? По-моему, да. Не бегу к тебе, короче. Так. Я тупо залажу к нему. Блин, я что-то застрял. Так, отлично. Аккуратно. Куда он пропал? Ты его убил, подожди, все, его я его он не пропал. Видел. Он тупо этот. Невидимка. Погнали на точку, нам нужна точка, Дань. Так, давай. Только там на точке зомбак. Серьезно? На дело какое-то едем. Ядрить тут их я манал! Я вижу, да. Ёлки-палки. Вертуха на труве! Твари, гниды! Вам всем хана, дебули! На! Тупо минус голова. Чего у тебя, братишка? Сиги! Капец, все курящие. На! Лутаю! Алкоголь! Ой, еще и бухает! На, тварь! Аптечку жалко, смотри, вылезали из конур своих. Ой, Боня кусает! Да ломай его! Он меня опять не кусал. Вставай! Я умираю. Я тебя понял. Ой, теперь я. Боль. Теперь меня. А как? На какую кнопку? Я что-то возродился. Ты что там ломаешь? Я умер. Мы что-то все сдохли, тебе не кажется это плохо? Мне кажется, это фигово. Так, нам нужно сейчас довернуться-то будет. Ну, чуваки, вы это зря. Гады, я вас грохну. 240 очков выживания, интересно, это много? Не знаю. А ты где? Что, я возродился в какой-то жопе, в Жанкое? Не, реально, не знаю, где я. Я тоже. А, так это ж красная зона как раз, помнишь, где мы... А, ну, мы изначально тут были, да? Да. Короче, го, брата, нам нужно туда же, Дань. Ой, твари, эти твари опять тут. Там же они. Короче, я куда-то пойду запрыгну. Прыжок! Предлагаете бежать именно на Дань, миссию, которая... Я как раз на этой миссии, я залез. Я в дверь зашел, в дом, то в смысле. Ой, капец, тут... Чё-то не открывается. А ты уверен, что там сюда, а не наверх, допустим? Я вот наверх сейчас лезу. Я тоже. Капец, опа, паркур-мастер. Так. Вау. Ага, капец, кейс. Вот это тупо... супермагический сундук. И чё тут? Я даже пропускать не буду, Дань. Я тоже. Чё это за говно? Пусто? Пусто. Нас обманули. Самолет! Что такое? Что это? Что он тут делает? Говно что какое-то такое? Раскидал. Это нам, наверное. Это какая-то помощь. Это аирдроп. Подожди. Так это ящики, которые нам нужно залутать. Они упали в другом месте, нужно добраться быстрее других. В смысле быстрее? Погнали, других. погнали. Пошли. Я что-то сейчас убьюсь. Нормально. Дань, какой-то ящик. Отмычек нет. Побежали. Забей.
Пошли, нам нужно тупо зайти, а то их украдут. Кто, зомбаки? Не знаю, как говорить, надо быстрее добраться, чем другие. Знаешь, вот это реально пугает. Типа сказали, чем другие, значит, есть другие, не понял, мне страшно. А, спасите меня! Интересно, а про кого вообще они говорили? Я не знаю. Кто они другие? Ладно, потом узнаем. Капец, мы паркуристы, заметил? Я тупо лезу, да-да-да, паркур мастера УЕ. Стоп, дымится, это аэродроп. Ты тоже видишь красный дым? Это аэродроп. Чувак, реально аэр, прикинь, как в Battlegrounds'е, так. Слушай, это реально аэр. Короче, я ставлю на ВМ. М24. Глянь! Кто это такие? Это, наверное, они и есть. Давай грохнем их. Повалим их. Погнали. Залазь. А это же вообще наша зона, что они там делают? Погнали, Валь. Нифига. На. Я бегу. Чё? Фигачим их. Ломай их, девочек. Капец. Чё за разборки? Мобилы гоните, все трое. Девочки. Дань, валяюсь. Подними меня, пожалуйста. Всё. Дань. Я сейчас сдохну. Сейчас иду. Как тебя поднять? На F, в смысле, английскую. Меня валили тоже. Тоже? Нас завалили. Блин, вот гады, глянь. Блин, я зол. Триндаем. Все, пошли, короче, тупо сейчас врываемся и фигачим. Блин, ну эти девочки реально не поняли, с кем связались. Мне кажется, они реально вообще напрасно это продумали все. Вот гады, понимаешь? Мне кажется, в любой ситуации мы бы добрались позже, чем они. Типа задумка такая была. Ну, наверное. Опа. Короче, ты тоже бежишь, да? Так, какая-то сумка, рюкзак, газовая труба. Короче, побежал прям туда, Дань. Давай. Ботя переоделся, у меня новые шмотки. Хорош. Я, наверное, тебе это так поможет выживание. 100%. Я бегу. Нифига их тут, валим, братцы, валим, мы быстрей. Валим, валим. А? Там зомбари типа дофига? Там, да, блин, вообще на пути капец. Ёлки-палки, ладно, я понял. Так, чуваки. Что, мне кажется, ли они сильно далеко? Карта буковка М, так же, как в PUBG. Так. Кстати, да. Не понял, ты зеваешь? Ляжешь спать, и они придут. Никто не зевает. Я упал, я куда-то упал, скатился, ну как всегда. Так. Ничего нового. Да, впрочем, реально ничего нового. Стоп, а что, я не понимаю, он выдыхается тоже. Да, я тупо сейчас бегу еле-еле. Да, ничего потемнее, ты нам капец. Блин, да, я вижу, уже реально, уже тупо. Они куда-то удохают. Стоп, они там тоже с кем-то воюют? Они воюют, не знаю, с кем-то. Тоже кого-то ломают. Что так точка далеко? У тебя тоже далеко? Уничтожьте громилу, кого? В смысле? У меня было написано, уничтожьте громилу. Блин, что ты их как говна, Дань, я не знаю, что с ними делать. Я еще бы до тебя не дошел. А, типа ты далеко, да, от меня? Ну и так, я рядом, я уже рядом. Я одного не пойму, а где это говно? А, понял, зона. На, тварь. Так. Капец, их тут... Их реально как говна. Я уже почти в желтой зоне. Я подбегаю только. Ё-моё! Офигеть! Вижу дым от аэра. Как говна. Капец, что это за скалы? Ты тоже в скалах, да? Да. Да, я тебя вижу, беги ко мне, видишь, где я? Бегу. Нам нужно вниз, короче. Ой, я ещё упаду. Ёлки-палки, давай. Держусь. Я тут. Блин, нам нужно искать груз, походу, нужно найти. Мое подозрение, что упало на крышу. Вот падай на мешки. Падай на мешки, у меня тут. В смысле, у тебя? Быстрее на мешки. Ты что, решил их убить, что ли? Надо их убивать. Понял. На те твари! Слушай, надо фигачить их. Долби. Блин, у нас оружие вообще прокоцано в каках. Ай, кусается! Я тебя спасу! Я тебя спас? Не знаю. Да, ты жив. Блин, что-то капец жестко. Да, можно вырваться. Опять кусается, гад. Все, я его тупо оттолкнул. Да хорош. Глянь, живы, мрази! На! Ты чё полез к Дане, тварь? Гнида! Один зафигачен. Всё, один зафигачен. Я сигарета! На, тварь! Чё-то он живучий. Он до сих пор живёт, глянь. Сдох? Всё. Живой! Глянь, на, тварь! Сколько ему надо, лол? Дань, на счёт три ногами. Раз, два, три. Давай. Мобилу гони! И телек! Подожди, мне кажется, он сдох. Всё. Стой. Да, наконец. Да, готов. Что у тебя? 27 баксов. 15, вот так, гад. У тех 42. А ну и все. Сейчас, где точка? Точка где-то над нами, так, что ли? Так, ну что, поплутаем, давай. Ящик. О, стоп, у меня что-то... Ящик. Опа, что-то есть. Что это? Какие-то бомбы? Оружие, может? Подожди. Я не пропускаю, Дань. Я тоже. О, бэкью. Так. Такой же разбитый, как у меня. Антидот, это антидот, походу, слышишь? Который... А как мы его понесем, он же капец. Тяжелый?
Ну, кажется, блин, мы вроде не дрыщи. Глянь, руки, большие руку, ящики, руку, офигеть. КПЦ огромное. Опа. Опа, открыть, тебя тоже открывает? Да-да-да, смотри, это баночки. Это вакцины. Да-да-да-да. Это, походу, вакцины. Сейчас все выхлебаю. Ты же умрешь от передозировки. Нормально все будет, я тебе отвечаю. Мы переследуем высшее благо, не забывай. Высшее благо, не забывай. Мне кажется, что-то они тут затеяли, короче. Какой-то тупо план капкан. Опа. Опа, он достал. Хлебай, пей. Он что, спалить его решил? Не понял. Он спер. Вот варюга. Не понял, он палить решил. Зачем? Вакцина, вот ты дебил. А как же? Че это вообще такое? Какой же идиот. Лучше бы мне отдал. Антизина нет. Он же его сжег, какой. Да, он одну себе забрал, а другое сжег, прикинь. Какой-то коварный типок вообще. А че он хочет, я не понимаю. Я не знаю. Дебил какой-то. Монстры проснулись. Слышишь? Да. Блэд, это ж ночь. Глянь, ты тоже смотришь что-то, да? Что это такое? Ядрить. Что это такое? Ёб твою мать. Это кровосос. Что делать? А, сзади. Ломай этих девочек. Ядрить. Что делать? Ой, ё-моё. Ё-моё. Куда, куда, куда? Там вниз, вниз. Ни хера не вижу. Где я, где я, где я? Я куда-то лезу. Ты где? Куда? Я сдох. По... Или нет? Так, так. Да, я сдох. Они за мной. Короче, что за монстр? Я сдох. Погоня отстала? А я? Тебе нужно было прыгать, я же говорю. Я вообще ничего не понял, так темно было. Он за мной. Он за мной. Где я? Капец, он быстрый. Да, мне сейчас по ночи добираться к тебе, ты серьезно? Это тебе ко мне, может? Я же говорю, мне к тебе добираться по ночи. Темно. Слушай, они тут. Они вроде в убежище. Ядрить. Будь, а ты где, Дань, тебе помочь? Мне страшно. Я бегу к тебе, Дань. Мне тоже страшно, где они? Он может перелезть? Я бегу, короче, к тебе. Стоп, он может перелезть? Я не знаю, это вообще какие-то тупо негритянки. Вообще. Капец, но... Он плюется! В смысле, чем? Он какими-то какашками плюется. Офигеть. Дань, он какой-то тупо монстр. Как же я обосрался. Капец их. Они меня завалили. Ты сдох? А что с ними делать? Подожди, что с ними делать? Я не знаю. Это скример какой-то. Ой, ёпта. Чувак, он страшный. Подожди, какой-то другой. А! Сдохни. Сдохни, гнида. О, капец, какой страшный. Он за мной. Я сдох. Давай, 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 подожди, давай вместе, давай вместе, давай вместе. Давай, давай, капец. Ё-моё. Ох, ребят, я так обосрался, вообще капец. Ребят, чтобы вы знали, сейчас тупо ночи, нам сейчас после этого спать. Мне кажется, не стоит. Будь ты где? Я сейчас возрождаюсь. Я тут. Я вижу тебя, вот, здоров. Чё, погнали вместе? Пошли в наш дом. Какой дом? Капец, смотри. Ну, в нашу, типа, зону безопасную. Подожди, а нам туда нужно? Ну да. Побежали. Вернись назад в башню. В башню нам надо. Побежали. Я шатал эту игру, я тебе отвечаю. И, ребят, чтобы вы знали, это самое начало. Если вам нравится такая вот игра, вот именно такой вот, с нашей стороны. Они все агрятся на меня! Кто? Они агрятся! Я что-то сделал! Обычные зомби? Да, у меня красная карта стала. Они все на меня агрятся. Они бы... Короче, они, я понял, они ночью агрессивнее. Рубеш, он за мной бежит, он за мной бежит! Он сзади, он меня скинул! Ты это видел? Меня тоже агрятся. На меня тоже... Это тот! Это тот страшила! Это тот страшила? Да. Как мы пробежим? Погнали еще раз, ты готов вместе опять? Да. Они ко мне залезли. В смысле? Ты где? Отстань. Ты жив? Капец, они мощные. Мне кажется, нам нужно по крышам. Я жду тебя тут, я жду тебя тут, давай по крышам. Слушай, нам нужно, короче, реально осторожно. Офигеть, они нас просто хавают. Предлагаю реально по крышам, ты где? Возрождаю сейчас, подожди. Жду. Сейчас все, возродился. Офигеть, они какие-то, блин, знаешь, ночью они мега активные. Это, ну, короче, ночь, это же, типа, их время суток. Ну да. Я шатал, короче, чувак. Я понял, мне кажется, их вообще бессмысленно лупить, нам нужно тупо тикировать. Нам нужно... Я слышу эти звуки. Я тоже. Ты где? Даро. Вот мне. Чё тебе с лицом? Какая-то маска. Ну, гад. Погнали. Пать, может, тоже пере... О, смотри, смотри. Букашка, таракашка. Лови, Димуля. Погоди. Даню, давай валим, прошу тебя. Давай, давай, короче, куда бежим? Побежали на метку. Давай по крышам, будь. А ты видишь какие-то на карте такие херни, которые прям наблюдают?
Какие? У них такие вот наблюдения есть. Да. Может, они нас это какие-то мощные, да. Нужно их обегать, это короче. Да. Да. Черт. Обходим. Да я. Ой, ёб твою! Он меня заметил! Брат! Что, краснопит? Брат, тринда! Это все капец? У меня все капец. Но я сдох. Капец. Меня тоже заметили! Серьезно? Да. Капец, как нам ночь-то пережить? Я не знаю, давай еще разок. Давай, я иду к тебе. Короче, я спавнюсь. Я заспавнился. Боти убежал от них. Фу, я шатал. Давай прям реально по крышам. Давай. Орешки нашел. Орешки? Да. Не тормозни, сникерсни тупо. Так. Так, вот видишь где? Я вижу, да. Опа, тут тёлка какая-то. На, гадость. Короче, Боти, забирайся на крышу, будем по крышам тикировать. Подожди, я не могу залезть. Стой. Ой, мне страшно. Да, реально мне страшно. Ой, вот он. В смысле? Он тут. У тебя на крыше? О, нет, он рядом. Чуть где? Я вообще, мне тупо страшно. Я упал в дырку. Он залез ко мне. К тебе наверх? Да. Он отыпал! Ой! Что там происходит? Я вижу! Болит. Я вижу, лол! Боди, помоги! Как залезть? Я не знаю, как тебе залезть. Ты сдох? Я упал. Да, я упал. Да я как-то попробую тебя поднять, подожди. Ты где? Ты наизу? Я умер, я не думал, что ты будешь поднимать. Блин. Чё за жизнь? Дань, я тебя жду. Чёрт, Дань, он меня заметил! Лезу на крышу! Я на крыше. Он залез! На, ногой! Лови! Он какой-то вообще неубиваемый, типа. Он монстр. Я его не могу грохнуть. Я тебе про тоже вообще нереальный. Да, ой, ё-моё, Дань, ломай его! Их двое! Я уберу уже, да. Короче, возрождайся и тупо будем текать. Давай, короче, путями задними. Давай еще раз прям через жопу какую-то надо заходить, потому что они тупо неубиваемые, ребят. Это капец. С нашими-то палочками-копалочками это нереально. Фу, окей, ты где? Давай, пошли. Это ты, да? Погнали. А, я думал, статуэтка. Фигурка зомби, я что-то нашел. Забрал. Все, пошли, короче. Погнали. Паркур мастер. Блин. Короче, нам нужно тупо не натыкаться на них. Тупо, да. Опа. Блин, вообще минус хп. Минус ноги. Короче, нужно задние пути. Отход какой-то нам нужен. Все, давай тупо тут пройдем как-нибудь. Так, смотри. Главное, чтобы на тех дебилов не нарваться. Слышите вообще тупо эти, блин, голоса? Ну, смотри, они уже справа палят. Гу, короче, задними путями реально будет. Ребят, напишите в комментариях, хотели бы вы, чтобы у вас начался зомби-апокалипсис? Ну, в мире как бы, да? Я чё-то нет. Я тоже чё-то не хочу. Дань, и пишите причину, по какой причине. Дань! Он впереди что? Меня. Он чё может заметить, так? Я, короче, по горам. Капец, и тут на горе тоже. Есть? Они повсюду. Я бегу к тебе, Дань, я рядом. Ой, валим. Сдохните. Валим. Валим, куда? Гу, там как-нибудь пройдем. Да, впереди. Вижу. Чёрт, отходи. Отошел. Погнали за мной, есть план. Гоу. Давай. Побежали за мной. Так. Да, отвалите. Паркурим. Да, и вот на гору лезем. О, он рядом. Черт. Он вообще тут. И справа. Отовсюду. О, майн гад. Как они нас вообще находят? Гоу на дом. Гоу, видишь этот дом впереди? Да. Погнали быстрей. Давай. Я куда-то упал. Перелез. Да не, куда-то упал. Я тоже. Подожди. Да я рядом. Рядом со мной тоже. Я пробегаю. Дань. Капец, там еще один. Мне кажется, он меня заметил. Нет, не заметил. Меня тоже нет. Прям рядом. Еще один. Да. Ребят, если что, мы чекаем карту. Кто не понял, это карта. Будьте, по-моему, в убежище. Серьезно? Да. А что закрыто? Дань! Он меня почти прочекал. Давай. А почему нельзя зайти? А! О! Нам нужна метка. Погнали на метку, Дань. Пошли на метку, давай. Блин, ребята, это было наше убежище, если что. Чё-то уже нет. Ядрить! Ой-ой-ой. И тут Челикс. Они еще тут будут. Я вижу. Слева. Погнали. Блин, давай еще один. Давай на крышу, блин, залезть не могу. Давай. Лезем. Чуть не залазит. Подожди. Я залажу. Получилось? Да, как-то залез вообще. Вообще не знаю, мне не получается. Так, еще раз. Капец, они повсюду. Так, я прыгаю. Да, я куда-то залез, короче. Да, он прям впереди. Тихо. Да, я видел, да. Он тебя, походу, заметил. Походу, да. Не. Подожди, или уходи. Да. Я валю. Не, он меня потерял. Потерял? Да. Ядрить опасно. Валим. Я бегу, Даня, бегу. Я тоже бегу. Он прям рядом. Ой, слева я от меня, чёрт! Он тебя не заметил? Нет. Тупо валим, тихо, одышка. Ой, сейчас тут еще чувак может меня заметить, подожди, так. Блин, так. Тут еще один, капец. Куда-то лезу, короче. Бой, давай, я уже рядом. Так, я вижу меточку. Давай, мы сможем. Так, фух.
Мы дошли? Фух, это было. О, майн гад. Чуваки, что это за дела? Дань, а сколько уже идет? Видео идет уже 30 минут. Слушай, мне кажется, уже даже на этом заканчивается. Слушай, так, а можно... предлагаю прям тут закончить. Да, давай. Блин, ребята, это было что-то щелкое. Это было что-то жесткое, реально. В общем-то... Пишите свои советы, ребят, да? Да, комментарии. Наберется много лайков, возможно, запилим еще серию. Невозможно, а 100%, если будет много лайков. Так что, ребят, все в ваших руках. Спасибо большое за ваш просмотр, что досмотрели до конца. И всем удачи. Пока. Давайте, ребят. Пока-пока. Завтра зомби-апокалипсис.